Я вас по-человечески прекрасно понимаю, как мать. Но у вас нет на Дениса никаких прав. Вы от него отказались. Иди, пожалуйста, не оборачивайся, не отставай, я тебя очень прошу. Все собрал. Красава, давай, пойдем. Возвращайся! Теперь я буду решать твои проблемы. А как ты будешь их решать? Честно сказать, я вообще не ожидал. Слушай, а ты правда не чувствуешь боли? Я просто немного по-другому ощущаю все. Это не сценировка! Суд удаляется для вынесения постановления. Люди вообще делятся на тех, кого подбрасывают, и тех, кто подбрасывает.